Вы устали от постоянной сборки с отцом, и вам стало скучно, и вас тоже не устраивает обычная ловля рыбы, где надо выждать несколько дней для того, чтобы поймать в ловушку пару рыбешек? Выход есть, благодаря моду My Summer Fishing Trip. Данный моб добавляет новую активность, а именно ловля рыбы и дальнейшая ее продажа. В моде присутствуют новые виды рыб, готовка этой рыбы, продажа рыбы на новом рынке в городе, обновленная лодка с удочкой и локатором для нахождения рыболовных мест, участие в еженедельном турнире по ловле рыбы. Но во всем по порядку. А начнем мы с самого базового, а именно с нашей лодки и удочки, которая теперь присутствует в игре. Берем удочку на F, наводимся на воду и нажимаем левую кнопку мыши. Не спешим что-либо делать, необходимо подождать какое-то время, пока рыба попадется на крючок. После чего мы можем, зажимая левую кнопку мыши, потянуть леску к себе. Визуально нет анимации лески, так что ориентируемся мы на звуки и анимацию самой удочки. Когда вы слышите, что леска натягивается сильно, это значит, что рыба сопротивляется и необходимо отпустить левую кнопку мыши, подождав, пока рыба измотается. Как только вы перестанете слышать звуки борьбы рыбы, вы можете продолжить натягивать леску. В зависимости от типа рыбы, она может неоднократно вступать с вами в борьбу на выживание. Чем дороже рыба, тем больше она будет сопротивляться. После успешного улова нам пишется снизу название пойманной рыбы и ее вес. Также с какой-то долей вероятности мы можем поймать трофейную рыбу. Ее отличительная черта в том, что она обычно тяжелее стандартной рыбы и продать ее можно на рынке дороже. Также, напившись пивом, может произойти такое, что ваша удочка утонет. А может, вы со злости это специально сделаете. В таком случае удочку можно вернуть, зайдя в настройки и сбросив удочку. Она окажется снова в вашей лодке. И можно продолжать рыбачить. У каждой рыбы своя стоимость. Вы можете видеть на экране стоимость каждой из них. Окуня цена 40 марок за 0,5 килограмма, щука 65 марок за 5 килограмма, форель 90 марок за 4 килограмма, лосось 120 марок за 10 килограмм. Я не просто так называю вес рыбы, так как от веса рыбы зависит стоимость ее. Чем рыба тяжелее от ранее сказанного веса, тем вы можете дороже ее продать. Данную рыбу вы можете приготовить. Каждая рыба восстанавливает различное количество сытости. Окунь восстанавливает 42 голода и прибавляет 8 жажды. Щука минус 135 голода, 16 жажды, так же как и раньше, то есть ничего не поменялось. У форели минус 140 голода, плюс 16 жажды и минус 15 стресса. Лосось минус 150 голода, плюс 16 жажды и минус 30 стресса. Так что если вы вдруг не курите в игре по каким-то религиозным причинам, вы можете питаться дорогой рыбой и меньше стрессовать. Также из еще одного приспособления в нашем пользовании это локатор для поиска рыбных мест. Включая его, он нам может показывать три вида сообщений. Первое, если надпись белая локатора, значит поблизости нет большого скопления рыб. Но вы можете на нем рыбачить, но улов будет скудным у нас. Также зеленое сообщение говорит нам о том, что в данный момент вы находитесь в скоплении большого количества рыб. Я вам рекомендую рыбачить именно здесь. Всего на данный момент 4 таких точки, и у всех они одинаковые. Первая точка находится сразу, как вы отплываете от дома, поворачиваете налево и заплываете в углубление. В данном месте вы можете найти большое скопление щуки. Вторая точка находится вокруг острова с дачей. Тут находится большое скопление окуня. Рядышком, недалеко от мастерской Флиттери, у моста, вы можете найти скопление форели. А четвертое место, дальше проплываем под мостом у мастерской Флиттери, выплываем из речки и попадаем на открытый участок. В данном участке можно с большой вероятностью поймать лосося. Также в случайный момент ваш локатор может загореться красным, говоря о том, что рядом большая рыба. С большей вероятностью вы поймаете трофейную рыбу. Появляется случайно такое сообщение на локаторе. Не рекомендую вам специально кататься, чтобы искать это сообщение. Оно может появиться, даже если вы будете стоять на месте. В городе у нас появился рыбный рынок. Находится он у причала в городе.
тут появился новый торговец. У него можно посмотреть важную информацию о стоимости рыб, местонахождении рыбных мест и информации о турнире. Чтобы продать улов торговцу, нужно просто кинуть рыбу в ящик, который располагается рядом с ним. Снизу будет написано стоимость, по которой мы продали рыбу. Самое интересное, это, наверное, турнир, который проводится по средам с 5 утра до 8 вечера. Вид рыбы и ее минимальный вес для победы в турнире будет написан в день проведения турнира. Каждый раз рыба, которую нужно искать, разная. Тут-то вам понадобится знание рыбных мест, о которых я говорил раньше, чтобы поймать какую-то конкретную рыбу. И чтобы выиграть в турнире 1000 марок. Условий для победы в турнире всего 3. Вес рыбы должен быть выше, чем написано на доске. Рыба должна быть трофейной. И вы должны ее поймать во время проведения турнира. Так что рекомендую вас запастись пивом, закусками, взять с собой мафон и отличное настроение. На этом видео подходит к концу. Если вам что-либо осталось непонятным или неясным, задавайте вопрос в комментарии. Всем отвечу. Так что всем спасибо за просмотр и всем удачи!